Всем привет, с вами Полте. Добро пожаловать на канал. В этом видео я хочу показать вам приложение, которое обязательно к установке. Это iCareFone, программа, которая позволит управлять вашим устройством и делать все необходимое для обеспечения комфортной работы с устройством. Так что поддержите видео пальцем вверх и подписывайтесь на канал. После установки приложения вы переходите на главный экран и видите вот такие вот менюшки. Здесь огромное количество различных функций, на которые мы посмотрим, но для начала нужно подключить ваше устройство к компьютеру. Это iPhone 11 Pro Max, он отлично распознался, и здесь сразу доступны несколько функций, а именно перенос файлов мультимедиа устройства на музыку и видео на Mac. То есть, грубо говоря, с устройства вы перекинете весь контент, который у вас есть, в моем случае только музыка, потому что фильмов нет, на компьютер. Это все делается буквально в один клик. Также можно перенести музыку, Mac, подкасты и видео на устройство. То есть уже ситуация обратная, с компьютера весь контент, который связан с музыкой, подкастами или видео, уже перейдет на мое iOS-устройство. То есть так вот просто и быстро в один клик. Дальше идет функция, ради которой обязательно стоит скачать приложение. Это перенести в один клик фотографии на компьютер. Бывает, что поехали в отпуск, наделали много фотографий и думаете, как это все быстро скинуть на компьютер. Вот это реальный выход, потому что все в один клик скинется на комп. Внизу вы можете видеть «Управляете своим устройством». То есть здесь вы можете просматривать тот контент, который есть на вашем гаджете. Например, все фотографии, которые у вас есть, можете их все выбрать, экспортировать, импортировать, удалить или же произвести другие настройки, которые вам необходимы. Точно такая же история с музыкой. Вы увидите весь контент, который есть в плане музыки, и здесь можно также экспортировать нужные песни. Делается это очень просто. Выбираете те песни, которые хотите экспортировать с устройства на компьютер, в моем случае. Пусть это будут эти аудиодорожки. Выбираем их, нажимаем на кнопку «Экспорт» и происходит перенос этих песен на ПК. То есть таким образом работает абсолютно все в данной программе: музыка, фото, видео и прочий контент. Еще вы сможете просматривать ваши контакты, также и приложения, можно посмотреть, что у вас установлено, и удалить то, что не нужно. Помимо фотографий, музыки, приложений, есть также контакты, книги, закладки и ваши сообщения. Это все можно просматривать с помощью программы и делать резервные копии этого контента на ваше устройство или что-то быстренько перекидывать. Это все происходит на вкладке «Управление». Также имеется вкладка для бэкапа и восстановления. В этом окне вы можете выбрать, какой контент вам нужно забэкапить. Далее внизу вы нажимаете на кнопку «Резервное копирование», и создается быстрая резервная копия вашего устройства. Потом вы сможете с нее восстановить любое ваше другое устройство или новый гаджет, когда его купите. Ну и на последней вкладке, которая называется «Инструменты», будут прочие продукты от разработчиков, которые помогут работать с устройством в каких-то других задачах. В общем, приложение iCareFone реально позволяет осуществлять менеджмент вашего устройства, поэтому ссылку для вас я оставлю в описании к видео. Есть бесплатный пробный период, а потом можно приобрести полную версию программы, если она вам нужна. На этом все. Поддержите видео пальцем вверх, подписывайтесь на канал. Пока!